Массовый конфликт между отдыхающими произошел в Усть-Куте. По свидетельству очевидцев, вечером на площади возле Дома культуры «Речники» в схватке сошлись несколько десятков человек. Беспорядки попали в объектив смартфона одного из очевидцев. Судя по ракурсу, съемка велась с верхних этажей местного Дома культуры. На записи видно, как после бурного обсуждения в дело пошли кулаки и ноги. В процессе потасовки одна из сторон решила отступить. Рядом с площадью расположено несколько увеселительных заведений. По одной из версий, конфликт возник между персоналом и вахтовиками. В какой-то момент к спору подключилась группа местной молодежи. Усть-Кут – крупный центр нефтегазодобычи. На 40 тысяч коренного населения здесь приходится примерно 30 тысяч приезжих рабочих. Зачастую это представители ближнего зарубежья. Видео, оказавшееся в распоряжении редакции, мы передали в полицию. В областном управлении МВД пояснили, что местное отделение заявлений не поступало. Тем не менее, сегодня после нашего обращения правоохранительные органы установили личности участников конфликта.